Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Скажите, что у вас нового в жизни? Наконец дождались своей очереди в детский сад. Вот идем в детский сад. Я жду внука или внучку. В Саратов приехали в гости из Москвы. Была позавчера свадьба моего сына. Дочка в гости ко мне приехала. Приобретение автомобиля. Купили в Энгельсе квартиру. Квартиру купила в Сочи. У меня, у младшего брата новая жена. У меня сын родился. Ребенок в 4-й класс пойдет, внучка. Только что отдохнули, побывали в Крыму, очень довольны отпуском. Мы приехали в Саратов из Ижевска и видели вас летом.